О том, что семья – это хорошо, но трудно, четвероклассники 11-го лицея рассказывают практически наизусть. О добре и зле ребята философствуют раз в неделю в рамках урока по основам религиозной культуры и светской этики. Постулаты православия, ислама, буддизма или иудейства, а также мировых религий в целом приходится изучать наряду с математикой или русским. При этом, какой модуль выбрать, решает каждая семья индивидуально. Ольга Стреж решила, что рассказывать о Боге должны священнослужители, поэтому своего сына записала на светскую этику. Потому что, наверное, сейчас, знаете, в интернет они доступны им очень много. И когда они где-то какой-то поступок сделали, чтобы они, наверное, уже осознавали, можно это или нельзя. Кстати, занятия по светской этике выбирает большинство красноярских родителей. Оно и понятно, выхода другого нет. Предмет обязательный, поэтому отказаться от изучения нельзя. На втором и третьем месте мировые религии и основы православия. При этом занятия преподают не религиоведы. Сейчас уроки по основам религиозной культуры и светской этики в красноярских школах преподают в основном учителя начальных классов. Конечно, они проходят курсы по повышению квалификации и углубляются в предмет. Но по желанию родителей на такие занятия возможно и пригласить священнослужителей разных конфессий. Многие семьи духовно-нравственный предмет выбирают необдуманно, говорят в управлении образования, поэтому родители будут анкетировать. Родитель пишет заявление, да, то есть курс, но хочется, понимаете, эту работу перевести из формальной, не просто вот раздал, тебе родители написали заявление, дальше ты смотришь, а все-таки разговор с родителями по поводу оснований выбора, он точно должен быть в каждой школе. При этом, по словам преподавателей, нет задачи заставлять детей учить проповеди, мантры или Коран. На каждом из выбранных предметов религия изучается с исторической точки зрения. Мы на предмете по православной культуре затрагиваем различные нравственные качества. Это уважение к людям других конфессий, уважение к разным вероисповеданиям, уважение к традициям не только своего государства, но и традициям других народов. Решить проблему духовного воспитания за 45 минут в неделю вряд ли получится, уверены психологи. Да и понятие той самой светской этики, которую чаще всего выбирают родители четвероклашек, непонятно для экспертов. Ведь на таких уроках рассказывают, как должно быть в идеале, а не как есть на самом деле. Понятно, что есть идеал полной семьи, мама, папа и много детей, но реальность совершенно другая. У нас очень высокий процент разводов, у нас много детей растут в неполных семьях, либо когда родители живут раздельно, и, в общем-то, как-то все устраивается. И, конечно, интересы таких детей и таких родителей тоже необходимо учитывать, и насколько это будет учитываться, опять же, для меня большой вопрос. К слову, как показывает практика, выбор предмета еще не дает стопроцентной гарантии, что урок будет действительно светским. Пример тому – случай в Сосновоборской школе, где на занятиях по основам светской этики звучали лекции, очень похожие на проповеди. После комплексной проверки Министерства образования и правоохранительных органов педагога уволили. Виктория Столярова, Виталий Субботин и Александр Тропин. Новости ТВК.